Привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас видео про то, как сделать заказ на 50 баллов максимально выгодно. Сейчас я нахожусь в своем личном кабинете Faberlic и будем начинать делать заказ. Допустим, мы будем делать это по каталогу, да? Я вам показываю на полной версии сайта. То же самое, в принципе, будет и по приложению, через приложение. Начинаем оформлять заказ. Так, нам сразу нужно забыть про акции. Они вообще нам не нужны. Если только берем товар тот, который у нас идет по акции, за него дают полный балл. Чтобы это проверить, мы сбоку, вот допустим, через полную версию, да, видим, вот юбка, да, она стоит 1400, а баллов за нее дают 9. Это вообще невыгодно. Ее полный балл, за одежду никогда полный балл, мне кажется, не дают, это должен быть 14 баллов минимум, 14-39, да, вот от цены зависит. Ищем те товары, которые нам нужны. Одежду сейчас мы быстренько пролистаем. Вот смотрите, допустим, парфюмерная вода для женщин Рената. Она по каталогу у нас 1999, мы за нее отдадим 1500, а баллов уже будет 20, 21-32. Да? Но я не буду показывать вам на примере парфюма, мы выберем что-то более удачное. Давайте бросим в корзину помаду Рената, на нее идет скидка 55%, но мы видим, что у нее полный балл и даже больше. Цена по каталогу, видите, девчонки, я надеюсь, качество не страдает, потому что, ну, компьютер, когда снимаешь, все равно вот эта рябь. Смотрите, цена 299 рублей, наша цена 239 рублей, а балл нам дают 3,19, да? Давайте возьмем любой оттенок, положим его в корзину, за нее хороший балл, то есть больше даже, чем мы отдаем денег, и продолжаем листать дальше. Допустим, нам нужен еще блеск, да, смотрим, какой за него балл, хороший балл, 2,12, оплатим всего 159 рублей, да, цена по каталогу 199 со скидочкой, наша цена 159, а балл 2,12, давайте возьмем и блеск, листаем дальше, помадки, ну ладно, мы уже набрали, вот хороший очень балл, смотрите, за перламутровую губную помаду. 259 по каталогу, 207 наша цена и 2,76. Давайте бросим и ее. Сейчас мы из разных категорий продуктов набросаем, и я вам покажу разницу. Хороший балл на 3D поцелуй тоже, смотрите, почти 3 балла, а стоить она будет 215 рублей, да? Если мы, смотрите, здесь акция, если с желтыми ценниками, и мы будем брать 2 помады, у нас не будет такого высокого балла. Вот в таких акциях, где желтые ценники, мы не участвуем. Если мы хотим на 50 баллов сделать заказ, но потратить мало денег, скажем так, 3000-4000 и сделать 50 баллов. В таких акциях все, мы не участвуем. Там дают очень маленький балл, это крайне невыгодно. Листаем дальше. Вот акция, да? Давайте для примера мы с вами положим 2 продукта в корзину, и вы посмотрите в корзине, какой потом будет за эти продукты балл в конце, да? Давайте возьмем жидкую подводку для глаз, черную, положим ее в корзину, и второй продукт давайте возьмем, допустим, тени галактическое путешествие, положили тоже в корзинку. То есть, если мы берем 2 продукта, да, у нас будет скидка, цена будет хорошая, а балл будет мизерным. Я надеюсь, я понятно все объясняю, девчонки. Если у вас возникнут какие-то вопросы в конце видео, обязательно я внизу в комментариях пишите, я на все отвечу. Смотрите, вот мы в основном выбираем продукты, которые не участвуют в акции. Там вообще самый обалденный балл. Смотрите, нам нужна пудра в шариках, допустим, да, она стоить будет 359 рублей, а баллов за нее почти 5. Покупаем. Если вот есть пудры, они участвуют в акциях, да, я сейчас вам на примере Дом Faberlic продукции покажу, а есть там, допустим, те пудры, которые не участвуют. Лучше выбирать те, которые не участвуют в акции, на них будет большой хороший балл. Так, что нам еще нужно? Допустим, нам, вот смотрите, идут у нас по акции средства для ногтей,
Они идут по акции, но балл у них сниженный. Вот видите, 0,63 балла. Всего оплатить будете 100 рублей. Это очень невыгодно, поэтому если вам нужно такое средство, то ждите, пока на него не будет такой распродажи. В общем, вот так листаем и смотрим балл. Это на самом деле просто. Вот стоит первый раз посидеть, покопаться. Кисти. А на кисти всегда был маленький балл, только если они по полной цене, и то, смотрите, кисть для тональной основы, 399 по каталогу, 319 рублей ваша цена, и всего 2 балла за нее дают. На всякие аксессуары Faberlic всегда очень низкий балл. Если вы заказ делаете для себя, то сделать хороший выгодный заказ очень просто. Если вам заказывают клиенты, то вы делаете клиентский заказ, а они чаще всего делают по скидкам, и потом до 50 баллов, да, добираете себе, но не акционный товар. То есть смотрим баллы. Да? Вот жидкий лак для губ, тоже хороший балл, 2,44. Давайте кинем его в корзину, а заплатим всего 183 рубля. Что нам еще нужно из каталога? Посмотрим про тушь. Да, вот у нас тушь «Ваш Оскар». Очень хороший балл, и тушь сама прекрасная. 399 полная цена, наша 319 и 4,25 балла. Давайте возьмем тоже эту тушь. На карандаш для бровей тоже хороший балл. Давайте его купим. И сейчас я долистаю до... Дом Faberlic продукции, и мы с вами посмотрим. На серию ICU, если вы любите ее, да, видите, 600 рублей цена по каталогу, 479 ваша на гидрофильное масло, и целых 6,39 баллов нам дают, да. Давайте тоже возьмем гидрофильное маслице и посмотрим теперь Дом Faberlic. Вот еще сыворотка витаминная для лица, просто потрясающий балл, да, 639 рублей. Она будет у нас со скидкой и целых 9 баллов, ну ее у нас, по-моему, нет в наличии, да, мы за нее получим. И целых 10 баллов за активный крем для лица серии ICOL, да. Давайте его тоже бросим в корзиночку и пройдемся по кремам. Посмотрим, где у нас есть высокий балл. Он есть практически везде. То есть смотрите, как делала я, когда делала 50 баллов. Я люблю, допустим, пользоваться серией Platinum, но в этом каталоге, допустим, на нее скидка, желтый ценник или еще что-то, и дается низкий балл. Ну, значит, я возьму ее в следующем каталоге, когда не будет желтых ценников и когда будет хороший балл. Да? Ночная маска 759 рублей и целых 10 баллов. Сейчас мы что-нибудь уходовое с вами бросим в корзиночку, да, и пройдем к Дому Faberlic. Вот, у нас гель по скидочке, где он? Вот гель, он будет стоить 199 рублей, а дадут за него 2,65 балла. Хороший балл, берем. Ночная маска, потрясающий балл тоже. Цена по каталогу 500 рублей, наша цена 399 и 5,32 балла нам за это дадут. Уходового с вами набросали. Вот у нас серия Axiology, смотрите. На наборы редко тоже бывает хороший балл, но в данном случае он хороший. 900 рублей по каталогу, 719 наша цена и 10 баллов. Давайте его бросим и долистаем до Дом Faberlic. Если вот такую акцию вы видите, да, любые два продукта Ботаника 40+, всего за 99 рублей. По отдельности, если вы будете брать один, будет хороший балл. 103 рубля, 1,37 балла. Если вы воспользуетесь акцией и возьмете два продукта за 99 рублей, то балл снизится автоматически. Сейчас мы бросим в корзиночку два продукта, и вы увидите, как в корзине будет выглядеть на них балл. Вот такие акции. Любой крем за 69 рублей при покупке по каталогу на сумму от 299 рублей. Мы выбираем такие акции на втором шаге, и будет тоже даваться маленький балл. Мы на втором шаге сейчас с вами тоже все посмотрим и обсудим. Пример маленького балла. У нас краска в каталоге со скидкой за 139 рублей. И дают за нее 0,74. Это маленький балл. Лучше взять краску, когда она будет по 179, по-моему, она рублей у нас бывает. И за нее будет нормальный балл. Здесь, смотрите, мы тратим 111 рублей и 0,74 балла. У нас балл должен быть хотя бы как цена, хотя бы, не меньше. То есть 111 рублей у нас должно быть... 1,11 балла, да, либо больше. Иначе получается соотношение с деньгами, ну, дорого нам заказ обойдется. Если берете парфюмы, девчонки, все то же самое.
Смотрим бал рядышком, да? Вот парфюм у нас, допустим, оранжери. 500-600 рублей по каталогу, 479 наша цена и 6,39 балла. Это хороший балл. Акция «Любые два аромата» всего за 399 рублей проходит мимо нас. Нам нужен выгодный заказ на 50 баллов, и эти акции мы в принципе не рассматриваем. Если мы положим сейчас в корзину «Любые два аромата», опять давайте я их положу, и мы с вами посмотрим в корзине, сколько дадут нам за них баллов. Балл сразу упадет. Так, я положила пробник, не то положила, девчонки, сейчас вот так вот. Два аромата положим. И сейчас на втором шаге увидим, как сразу резко упадет балл, если мы будем участвовать в этой акции. То же самое концентраты пищевые. Смотрим балл. Вот сейчас в 15-м каталоге балл хороший. Будет скидка, балл может быть очень маленький. А так, на концентраты очень хороший балл. У меня есть они в запасе, я их пью, и мне они, кстати, нравятся. Смотрите, 559 отдаем за баночку и 7,45 баллов. То же самое касается питания Faberlic. Вот эти всякие коктейли, каши, супы, да? Они тоже частенько бывают по хорошему баллу. Когда не хватает особенно немножко баллов, я вот добирала именно такими продуктами себе. Что касается всяких подушек и приспособлений от Faberlic, их брать крайне невыгодно, так же, как и одежду, по ним всегда идет низкий балл. Сиденье с наполнителем из лузги гречихи. Цена по каталогу 950 рублей, то есть должно быть как минимум вот 9 баллов. Да? Наша цена 759, а баллов дают всего 5. Это очень невыгодно. Также и с посудой, с игрушками новогодними, елочными украшениями. Да? Подушка с наполнителем из лузги гречихи «Здоровый сон». 1200 стоит по каталогу. Должно быть 12 баллов за нее. За нее дают в 2 раза меньше, 6. Поэтому, если вы стремитесь набирать баллы, вообще вот на вот эти всякие вот вещи от Faberlic для кухни, для дома, даже не смотрите. Доски вот эти, вот это все дает очень маленький балл. Вот и дошли до дома Faberlic. Теперь, средства для мытья посуды. Смотрите, дом Faberlic вообще почти всегда маленький балл. Идут они у нас по 149 рублей по каталогу, наша цена 119, баллов 0,79, да? Мы не берем за 149 средства для мытья посуды. Нам нужно дойти до странички. Так, сейчас я ее найду. Где у нас нет акций? Вот эта страничка. Здесь обычно все мелким шрифтом. И тут уже смотрите, какая песня. У нас без акций по 229 рублей средства для мытья посуды. Три аромата, да? Они в этом каталоге без акций. Вот они, да, вверху. И смотрим, какой на них будет балл. Теперь, там у нас был 0,79, помните? Вот, концентрированное средство для мытья посуды, 229 рублей по каталогу, 183 наша цена, а балл 2,44, 2,5. Это больше, чем в 3 раза за то средство для мытья посуды, которое было по акции и стоило 149 рублей. Там мы отдаем за него 111 рублей и получаем 0,7 балла. А здесь мы отдаем 183 рубля, но получаем 2,44 балла, почти 2,5. Я надеюсь, что вы понимаете, о чем я говорю. Также с чистящими средствами. Мыло для кухни. У нас там оно по 80 с чем-то, да, было. А вот 5 штук, которые в уголочке, видите, да, не участвуют в акции в этом каталоге. Они по 129 рублей. Так, вот. И балл нам дают 1,37. 100 рублей мы платим, а балл нам дают 1,37. А если бы мы взяли мыло, которое... Не туда я поехала, надо в другую сторону. А если бы мы взяли мыло, которое в акции участвует в распродаже в этом каталоге, да, с тем ароматом, сейчас мы до него добежим. Так, вот оно, да, вот эти 5 ароматов в этом каталоге в акции участвуют. 89 рублей они будут стоить. Но балл нам дали бы только 0,47. Это тоже в 3 раза практически меньше, да? А цена 71 рубль. В 3 раза меньше балл, чем мы взяли бы с вами за 100 рублей. То есть мы денег переплатим, да, на 30 рублей больше, но у нас в 3 раза будет больше балл.
да? Сейчас мы отсюда с вами что-то положим. Освежители водные то же самое. Я брала только те, которые не участвуют в акции. Вот у нас любой за 149, два аромата, свежесть фруктов, имбирный пряник. И у нас 119 рублей его будет, но балл 1,59. Порошки никогда не бывают у нас с полным баллом. Порошки – это крайне невыгодный продукт. Сейчас объясню, почему. Вот в этом каталоге акция любые два стиральных порошка за 279 рублей. Если мы возьмем по акции их два, то у нас будет очень низкий балл. И когда они бывают любой там за 299, да, у них тоже будет очень низкий балл. Только если мы его вот именно в этом каталоге возьмем за 449 рублей, тогда у нас будет 4,79 балл, видите, да? Один, если мы возьмем, не участвуя вот в этой вот акции, да? О, как я увеличила. Вот, но, простите, за 450 рублей брать порошок, который плохо отстирывает, смысла не вижу. Я их давно не беру, девчонки, я ими недовольна. Стирала этим порошком вместе с отбеливателем сухим, точнее пятновыводителем, тогда более-менее, но очень дорого, тогда выходит стирка. Так, мы сейчас с вами набросаем то, что у нас без акций, да, с вот этой странички, где все мелким шрифтом, из серии Дом Фаберлик, что нам нужно. Допустим, у нас закончилось чистящее средство для духовок и плит, в этом каталоге на него нет скидки, значит, мы его берем, за 167 рублей мы его возьмем, немножко дороже-то, не сильно, но балл 2,23, нам такое средство в корзину нужно. Так, и сейчас посмотрим, насколько мы набрали. Вот мы в корзине в нашей, да? Мы с вами брали посмотреть два аромата, что за них снизится балл. Девчонки, а он не снизился, 4,25. Это, в принципе, нормальный балл. 319 рублей мы заплатим. Значит, по этой акции он не снизился. Сейчас будем проверять. Так, и даже крем у нас полный балл. Ничего себе, Фаберлик просто молодец. Я на 50 баллов, девчонки, уже на несколько месяцев не делаю заказ, нет смысла. Вот. Так что, в принципе, можно оставить. На данный момент, смотрите, у меня 74 балла и стоимость 5700. 74 балла. Нам с вами надо 50, мы сейчас что-нибудь удалим. Давайте удалим эти духи. Они нам не нужны, да? Так, обновляйся. Хорошо. Так, теперь у нас 66 баллов. Сейчас что-нибудь еще с вами удалим. До 50 баллов подгоним, чтобы вы увидели, насколько изменится цена. Что у нас тут еще с вами дорогое? Так, даже любые два продукта Skyline, да, мы с вами смотрели желтые ценники, идет нормальный балл. Ничего себе, просто вообще обалдеть. Я удивлена, раньше всегда снижали балл. Так, ну давайте удалим Ренату. Вот, девчонки, поудаляла. Смотрите, видите здесь сбоку внизу? Будет начислено баллов 50-49, да, практически ровно 50. И мы за них заплатим, красная цена, да, 3700. На 3700 50 баллов, вообще элементарно, не парясь даже. Что в нашем заказе, да? Водный спрей, имбирный пряник, кремушки, аксиологи, Викенд, два средства, гидрофильное масло, карандашик, тушь, лак, пудра в шариках. Тени, подводка, две помады. То есть такой достаточно объемный заказ, да? Смотрите, что вам нужно, как бы приобретайте. И вот у нас получилось 50 баллов на 3700. То есть вполне нормально на 3700 многие в месяц делают заказ, но получается у них баллов мало, потому что участвуют в акции. Дальше, смотрите, на втором шаге в личном кабинете нам предлагают персональные акции, да, и в приложении так, и в полной версии каталоги, акции на сумму, акции распродаж. Вот это все вообще не про нас. Если мы из этих акций будем брать, то значит у нас будет балл маленький. Посмотрим, акции на сумму, да. Любое твердое мыло, ладно, давайте попробуем любой бальзам для губ, всего за 59 рублей при покупке по каталогу. Выбираем. Открыли. Смотрите, какой маленький балл. Мы отсюда, если возьмем антивозрастной бальзам за 59 рублей, всего 0,31, хотя должно быть 0,59, да, хотя бы баллов. Нет, не подходит нам это. Акции вообще мы эти все пропускаем, в никаких распродажах мы не участвуем, иначе мы отдадим много денег и получим мало балла. Любой женский или мужской аромат Валентин Юдашкин со скидкой 50% при покупке на сумму от 2000.
Здесь, кстати, балл нормальный. Поэтому можно их просматривать иногда, да, 1249, отдаем 999, 13 баллов. На парфюмы вообще, как правило, всегда хороший балл, даже если они идут по скидкам. Так, аромат Каори, посмотрим. Тоже неплохой балл, 199, 159 и 212. Ароматы всегда Faberlic, хоть за них дает нормальный балл. Любое средство для ног, Эксперт Фарма за 99 рублей. Все, тут по-любому балл будет меньше. Антипреспирант для ног за 99 рублей, а балла 0,53. А должно быть хотя бы 0,99, хотя бы. Вот, так что это невыгодно. Если мы хотим это средство, мы берем его без акции, либо на первом шаге, если оно нам нужно срочно, либо в следующем каталоге. Любой оттенок губной помады у нас идет по акции 499. И опять мизерный балл. Видите, 149 цена, наша цена 119 и 0,79 всего балл. А должен был быть балл в два раза больше, 1,49 как минимум. Поэтому, девчонки, как правило, кроме парфюмов, да, что касается парфюмов, там да. А все остальное вот в этих акциях мы не участвуем. По срокам годности тем более. Тут вообще балл всегда мизерный, ну, потому что цена даже 0 баллов. Смотрите, сейчас вот ночной крем для лица Axiology, кислородное сияние, вообще 0 баллов. По срокам годности чаще всего 0 баллов. Так что мы здесь не участвуем. Все вот это дело мы пропускаем. У нас заказ уже готов на 50 баллов, а сумма 3786, да? 99 рублей, наверное, нам еще доставку приплюсуют. Сейчас мы нажмем продолжить. Вот. Так, смотрим. Стоимость доставки 149, вот как, у нас 3935 получается, 50 баллов, да, если уже с доставкой прям считать. И вот наш шикарный заказик, где много всего для себя, и не будет у вас залежей, которые были бы, если бы вы брали по акции товар, да, и не будет у вас там продукции гора дома. Вы берете все, что себе нужно, и в то же время делаете свои 50 баллов. Девочкам, которым так нужно делать, они это делают, ну, если у них есть своя структура, правильно, чтобы получать объемную скидку от компании. Да? Вот так, девчонки. Если остались какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментариях, всегда с радостью отвечу. На самом деле, видите, это совершенно несложно, 50 баллов делать на 3700. Вполне себе нормально. Надеюсь, что все объяснила понятно. Прощаюсь с вами до следующих видео. Задавайте свои вопросы. Люблю, целую. Пока-пока.